Так. Чё? Сделай потише микрофон по-братски. Сделай потише микрофон по-братски. Не, вообще сейчас выйду. Давай. Спасибо. Что это за цвет? Блять, какой это цвет? Ой, блядь.
присутствуют два варианта. Это обычный вариант. Вот в описании под видео я закину на Яндекс.Диск, чтобы никто не мучился. Либо еще есть у него игровой режим. Давайте для начала мы его русифицируем. Нажимаем вот сюда вот на иконочку. Здесь мы переходим во вкладочку «Языки», выбираем «Русский», нажимаем «Применить». Итак, чат у нас стал на русском языке, и теперь мы его сможем без проблем настроить. Так, смотрите, это первый режим вот в таком вот виде, в виде окна мы его можем выставить. И другой режим у нас вот такой вот. Мы его можем вот в таком вот виде выставить, да? Значит, сейчас я его переведу опять назад, вот в обычный режим, да? Все можно делать через трей иконочку также. Значит, давайте продолжим. Отключать вывод картинок в чат. Давайте поставим. Так, принять. Списки уведомления также можно здесь настроить, но по ходу дела пока еще работает только в тестовом виде. Вот. Про Twitch можно видеть уведомление, кто зашел или вышел из чата, уведомление о новых фловерах, подписках. Так, давайте перейдем в подключение. Здесь жмем добавить. Выбираем сервис, с которого мы хотим, чтобы у нас отображался чат. Я, например, добавлю сейчас, покажу вам два, как добавлять. YouTube Gaming, да, выбрать. Здесь нам нужно прописать наш канал, где и как это взять. На главном Монотонно, как группа.
заебало. Bullshit. Может танка, пожалуйста. Кто-нибудь. Как ты? Нормально, ты чё, живой? Рома, ты иди к Сларку, он там один не простоит. Ну, блядь, как обычно, хуй. Первая игра за день, блядь, уже, сука. Меня ебёт.
да, естественно, ты на Тинкер зазнаешь все. Ну да, 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 чел, блядь, расскажешь, нахуй. Хоть и сильный игрок. Жаль только, что посуществовало его больше разных колес не включить. Иначе ты проебал. Сука, блядь, найс герой. Идиотов. Ладно, хоть я одинаково разменялся как-то по ножам. У него третий уже или это только второй, блядь? Второй. Чел, блядь, задонай, все, все, задонай. Сейчас, ебать, чувак, три... второй нулик, блядь, шестой левел, нахуй. Постоишь в миде, братан, кайфуешь, так сказать. Даунсы, блядь, недоразвитый. Да, 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 все, постоял. Я считаю, что не убрался. Жаль. Пора сыграть. Так сказать. Твоя. Да, да, челик. Ты ни капельки не проебал. Успокойся. На победу играй, на победу. Да, реген. Хорош, красиво. Красиво, красиво играет. Вообще, блядь. Просто, блядь, демон, не знаю, вахуй с того стула, блядь. Чмо, блядь, бездарная нахуй. Чёрт, сука, ёбаный. Ну, забей, забей, не надо, не надо. Я сам сейчас убивать буду. Ты лейснишь, сука. Сейчас я тебя ебать буду. Готовься. Шестой левел. Я посмотрю, как ты там, ебать, марш в миде подаешь. Чмо, блядь. Классная. Ща, ща подаешь марш, подожди. Что левел, может быть.
чаще, дружище. Чё ты? Все нормально, нервничай. Главное нервничай, братан. Сейчас ты подаешь марш. Что это? Все не так, как ты планировал, дружище. Ничего бывает. Next твоя карта. Вообще хуйня для тебя, брат. Забей. Прибей лазер. Давай, дай лазер. Давай лазер. Кинкера, давай кончим. Я его целую именно. Снимай, что ты, беги хуя. Беги. Килл АФК не мне. Так, посмотрим чат. Ничего. Шино. Как ты, дружаня, на тинкере все? Кайфуешь, брат? Ничего, next твоя, друг. Скилл на тинкере, конечно, рейтинг поднимешь, блядь, только так, нахуй. Чётко рассчитывал. Как работает Рома? Возьмите фулевые. Пробуй его кукнуть, Рома, я его уебну с инстаграм. Ай-яй-яй! Бель! Мама, там похуяли, гонишь? Пожалуй, нет. Четыре штука, четыре. Ей. Сейчас, давай еще, блин, крепчик. Сейчас. Делал там это.
уйдешь, сука, где нахуй? Что ж ты делаешь, блядь, на свои урсы, сука, убил бы этого ебаного, блядь, жука. Санстрайк, куда забеги? КДФ, 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 Санстрайк. Да-да, Санстрайк. 9 секунд. Смотри, сейчас я за... Можешь дать разгон, а, на Феникса, блядь. Ну пока смотрел на Санстрайк, стоял, меня убили, блядь, пиздец. Хуй. Шана, посмотрите, может он пяточный, алло! Да, там лоу хп, я его не убью, я жду урсу. Да Шан пяточный, алло, блядь! Вы пиздец гоните, что ли, алло, блядь! Забей! Пробежал их, оттолкнул, короче. Я еще так ожрать начал. Я твой отец. Разгон, 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 разгон.
пушка, смотри, летит. Токера. Теперь у него ТП точно нет. Да ты чё? В его крутилку, прикинь, нельзя разгон дать. Заебал этот стук, ну сука, я сосредоточиться не могу на игре, блядь. Ёбаный в рот, сука, нахуй. Да, блядь. Да, нахуй, да, блядь. Чё, пизду вижу, но везде у даунов ебаных. Заебали нахуй. То сука пердят, то сука стучат. Блин, как жить, сука. Ебаный феникс, сука. Ебаный дисбаланс, сучка, вносит, блядь. Мрак, пидор, феникс, сука. Сларк, ну ты и так сейчас отхилишься от пассивки команды. Сейчас теряешься, я не трону регенду. Ладно, телепорном. Найс реген взял, найс реген взял. Хороший импакт, блядь. Долбоёб пиздарный.
ебаная мразь. Сука, какой же идиот, блядь. Просто нахуй. А, у меня мух. Ясно, у меня еще и мух, блядь. Я вчера... Ой, сука. Всем часов еще. ОФК, блядь, ну да, да. Да, везде варды, центрики, все, блядь, да. Принципиально не убивают. Ладно, никто из моей команды принципиально, блядь, не убивает жуков. Это просто реально. Ладно, блядь, нереально играть нахуй. Просто принципиально не бьют жуков. Ну, хуй тут сделаешь, блядь. Похуй. Не атакуют жуков, блядь. Ну ладно. Сосите хуй. Не хотите, блядь, атаковать хуйню, которая потом вешает сайленс на всех героев. Если её не убивают. Забейте хуй. Забейте просто хуй. Вообще поебать. Игру, блядь. Вот. Одни суки снизу сверлят, вторые суки в команде, блядь, кнопки не нажимают.
знают свои. Просто даже райт кликнуть не могут героя, блять, хуйню, которая на них висит, блять. Что это за высер, нахуй? Ну, просто что это? Иллюзия! Блять, иллюзия, ебешь, череп. Ой, какие же... Чем ты ее не бьешь? Джугера поймаем, нет? Ой, блядь! Очко
где ты видел? Давно, блядь, собирали. Батя, про... Я отец, блядь! Я отец, блядь! Я отец этой игры, нахуй! Я просто, блядь! Я его почти кончил, блядь, в темноту. Я просто его разъебал, нахуй. Суку эту, блядь, ЛС-ную, нахуй. Пидораса, блядь. Взял и опустил, нахуй. Ниже плинтуса, блядь. Сиди теперь там, блядь. Сосок, сука, ебаный, нахуй. Овощ, блядь. Как тебе такой, блядь, нахуй, Санстрайк? Залупа ты, блядь. Да, забрал бы его. Иди сюда, нахуй, ты, сука, я вот. Старайся вообще пути не кидай. Как ты нахуй, сына, блядь? Я топ поддерживаю. Залупа, блядь, ебаная, нахуй. На кого ты, блядь, залупаешься, ты, блядь? Долбоёб, нахуй, на тинкере, блядь. Против кого ты, нахуй, в мид идёшь, блядь? Чмо. Найс, сыграешь, блядь. Проплеер, блядь, нахуй. Вася, блядь, 2001, нахуй, найсник, блядь. Сука. Ёбнутая, блядь, залупа. Конячья, блядь. Нарожают, блядь. Пиздорылов. Топчик или низ сломать? Отлично, давай еще одну. Бля, не хватает. Там кто? Да, деф эти кто-нибудь, ну... Ну деф, блядь, ну шо вы такие, сука, блядь? Тупые, блядь. Эти кроды, нахуй, ебаные. Боли факта в драке, блядь, тинкерс ю... Ебать ты чмо, нахуй, тинкерс юлами, блядь. Ебать ты сантуры, блядь. Махнутые. Чепуха, блядь. Бан. Да, побегай, нахуй дефать, бля, какой же тупой на сларке.
Купим КБ. Блять, я не знаю. Топ с мечом, ёба народ. Реально. Бля, скажи. Что? Алло, алло. Ахм, блядь, да. Не работаю, вообще забей. Сейчас варды долетят, подождем. Парни. Под бандами, блядь. Ним там, блять, или что это нахуй, блять, за ракетный, блять, запал нахуй. Не трогай дверь нахуй, ты, пожалуйста, не надо ничего трогать, бля, я прошу, хватит. Да вы же обрезали, что я. Да как так? Да сука, блядь, ну блядь, ну. Ну Ромасик, ну пизди его, блядь. Чего-то, блядь. Да блядь! Еще байбек проебал, ну нахуя, ну блять, ну нахуя это надо, блять, за хуйню эту, блять. Можно забрать пока. Ой, не надо забрать. Я забрал. Мне бы скади собрать. А, нахуй тебе это скади, блять. Есть байбек. Скади, баттерфляй и все. БКБ для слабаков. Тикерца где-то поймают. Сейчас поймаем деньги. Вот тут, блядь. Быстрее надо, да, вон он, залупа. Заберем вопрос у Римбокера, пойдем. Да ты чё, блядь? Да! Сырок, давай сырок. Дружок, давай сырок. Сырник.
Так нельзя, ты чё? Тварь на тинкере, бля, я ж тебя, блядь, буду убивать. Ну, я дебил, блядь. Дебил, сука, нахуй. Киш, сука. Тинкеров. Тут можно заходить. Пять тинкеров. Дальше ты что, блядь? Залупа на тинкере жива, блядь. Покушал, блядь, сынку нахуй. Сынок, ебать, залупа, сука, ебаная, нахуй. Поел, блядь. Чмо, блядь. Пидор, нахуй, ебаный, нахуй. Пидорас. Пиздец, мамашу твою ебал. Блядь, личная жизнь. Мана, ну, что мана вообще? Парды поставим сегодня, не? Кулдаун залупа ты, блядь, нищая. Чмо, блядь, а посмотри, какая залупа играет. Блядь, водный мыслитель. Блядь, ладно. Yeah.
Ну почему, блядь, ну почему я играю с ним, блядь? Ну сука, тупорылый Сларк, блядь, два слова. Уджи, это был очень плохой залет. Согласен, я тут тоже сижу, размышляю сейчас, блин, это было... Нет, я хотел их разбайтить, понимаешь? А ты зашел туда, и мне пришлось тоже разворачиваться. Короче, фарту масти, ауе. Покупайте. Вокер выкупайте, а все остальные не надо. Хотя надо. Слайд, погнали, выкупайте. Погнали. Блять, зачем, нахуй? Блять, зачем? Зачем, блять, зачем? Зачем, блять, здесь? Зачем, блять, здесь? Вы не можете эту хуйню ударить уже, Герна? Я понял вас, я вас понял. Просто, блять, ладно, я не хочу играть, блять, вообще ничего не хочу. Нас было так много? Блять, это ты с бара играл. Нахуй, блять, вообще. Просто лезут, блять.
Как это давать, блядь? Базу бьют, блядь! Красава, надо кушать жир. Надо жир кушать. Чё ты делаешь? Ладно, всё. Где все? Никита, Стас, Гена, Турбо. Лезет хуй пойми куда, бля. Пойдем мы дальше. Резинка кому нужна? Никому не нужна. Погнали. Кешер, бери, погнали. Ник. А, да, я забыл. Нужно. В принципе, как обычно. Дефайт, Сларк. Как там, пушите, пацаны? Я лежу, бабки будут из БКБ дрался, там примерно. У тебя слишком сладенький голосок, чтоб что-либо говорить. Иди ты нахуй, блядь. У тебя голос как у девочки. Слышишь, у тебя голос как у девушки.
Я выиграл казино Вулкан. Могу себе позволить, правда, могу себе позволить. Я, конечно же, там казино Вулкан проигрывал тоже деньги, но в большей степени я выиграл. Реально казино дает выигрывать и реально выводить деньги. То есть деньги реально выводятся. Понятно, что все там вы не будете все подряд выигрывать. Поэтому играйте не на большие деньги, которые вам не жалко. Но кому-то дают выигрывать. Допустим, мне. Я себе могу позволить купить вот такую штучку за 40 тысяч рублей. Я сейчас ухожу к Даниловым, к соседам своим, а он будет убирать всю квартиру. Пиксик будет за ним следить. Короче, ребят, я еще раз говорю, что хотите жить красиво, играйте в казино Вулкан, но не на последние деньги. Ссылочка на казино Вулкан в описании. Ребятушки, и что самое главное, мне сказал, то, что снимаю сегодня выпуск на GoPro. Просто решил эксперимент провести. И тоже напоминаю вам, что это GoPro 6 я купил с помощью казино Вулкан. Деньги выиграны на казино Вулкан. Стоит у нас 39 тысяч. Ссылочка на казино Вулкан в описании. Ну и конечно, быстро, ребят, не с пустыми руками. Сейчас все передернули сразу же. Ребятушки, пошла возня. Что будет сегодня за блюдо? Да не знаю, что будет, сейчас что-то будем думать. Правда? Это что за запчасти? Это дохуя здесь запчасти. И шея. Это и... нога получается передняя. Кстати, ребят, все тачки у Сергея представлены в его инстаграме. Ссылка на инстаграм в описании. На Сереге. Кому нужно там что, тачку, пожалуйста. Серега гарантирует юридическую чистоту и техническую чистоту. Ну, что тачка будет нормальная. Ни корч, ничего там, ни керч, ни шморч. Если нету у меня этой машины, например, да, и выбирая машину для себя, я просто могу приехать и как бы сказать, стоит она этого или не стоит. Ну, у тебя опыт сколько, скажи вообще? Вообще я 12 лет уже в машинах, но из-за этого я всю жизнь их любил, у меня папа дальнобойщик водитель. Хорошо, подожди, у тебя толщиномер есть? Есть. Покажи, да? Сергей. Ребзя, возня продолжается. Мы когда сидим и выпиваем, да? Да. И разговариваем о своих. Давай, блядь! А гуд жоп. Да давай пызиться ты, соложонок ебаный. Зачем искать? Я играл им, когда вы никто не играли, понимаешь? Юм, блять. То есть это там. Меня это вообще никаким образом, блять, не пугает. То есть я играл им. Тогда, когда вообще никто никогда не пикал, когда он был без всех этих бафов, мне совершенно похуй. Можешь мне поверить. No, I play third position, but you don't give me ward, what can I do? I buy smoke by myself to block their little camp. You don't give me observer to block when I want, because I'm... No, my friend, I'm position free here. You don't give me ward, you don't buy smoke, we so... Опять он вылетел, да ёбаный глаз, блядь. Будет сложно после нерфа играть на нём, ведь если я срок нерфит, то герой становится... Блядь, я играл на Фениксе, когда не было ни одного, блядь, бафа вообще, ни одного. И я имел на нём нормальный винрейт, нормально ПТС. Меня этот нерв, ребята, если коснется, то в самой меньшей степени. Ну, я так полагаю. Потому что до этого мне не мешало ничего выигрывать на этом герое, понимаешь? Даже при том, что он был ни разу не бафнутый вообще, блядь. Так, ну я могу тут сдохнуть, блядь, на самом деле. Блять, эти паузы... Блять, я не знаю, это просто пиздец какой-то. Он вливает уже какой, блять, четвертый раз, по-моему.
слишком дохуя времени в боте провожу, но я ничего не могу поделать. Got ultimate already in mana. Чё, врда проебала кошаку, да? Или как это, блядь? Ну как проебала, на самом деле. Блядь, не дала один удар сделать. Нет, туда не пойду. Ой. Ты бот, да, делай? You realize the Shaker TP there, they all die. I buy dagger like 5 seconds ago. What do you mean? They all die. Yeah, but maybe you use TP. If they only see my person, they will die or what? Problem is we have last pick Brute Mother and all you do is just farming like 20-80 minutes, and in this moment Pangolier just raped yeah, map. I was here fighting and dude, you and just you want to last pick, you got your last pick. All you do is just AFK farming till Pangolier just raping map. Understand? Number of your pick is just doesn't matter. You if you just first pick it, still the same shit. Fucking zero shit. One of you just leave game 5 or 6 times in a row. Second is just farming kill game end on the most spade createful hero in the game. So just report him, all we can do. Don't try to argue with such a shit person, dude. Of course. Блять, ну мне, понимаете, мне так, блять, хуёво проигрывать подобные игры, это просто пиздец. Если, блядь, с Веркой разъебут топ, там этот ТБ будет просто за прокастение умирать. Блядь, это... кто-то знакомый. Такое ощущение, что я, блядь, видел эту аватарку. Dude, are you kidding me, bro? I have more MMR with less wins. What do you mean? Wow. To be honest, this account is super shit. Close to 500 wins and not 7k yet. That is really terrible, dude. Yeah, that is so bad. As I said, I'm close to 500 wins and not 7k yet. That's bad, because I have 300 wins and more 7k MMR, so... But problem is players on this server. No, dude, I'm not. I do not drink alcohol. Like, never. Штара-три-тара-тюпе, тюрю-рю. Блять, ну я ему сказал просто, что это пиздец конченый этот аккаунт на самом деле. Почти, блядь, 500 побед и еще нету 7000 ПТС. Ну, как бы для меня это не хорошо, не есть хорошо. Потому что у меня есть аккаунт, и там по 300 побед, и уже есть 7000 ПТС. Поэтому, блядь, думать, что это прямо дохуя, но нет, это не дохуя. В моем случае это на самом деле хуево. Да давай пызиться, ты. Соложонок ебаный. Честно говоря, я думал, у меня останется
ну, на один удар я делаю дайв, нажимаю хилку и убиваю его, поняли? Ну, увы. Бля, ну у меня план был на, сука, блядь, миллион долларов, на самом деле. Вы нихуя не понимаете. У меня план был, что у меня там, я смотрю, 55 что-то там хп, плюс работает танк, думаю, сейчас у меня остается на один удар после этих телодвижений его. Я быстро нажимаю дайв, быстро ее засталю, и у нас там в размене получается, мне один удар надо сделать, плюс он догорает от первого спала, от дайва. Так что все чики-пуки должно было бы. I can go, can go? Nice. We just damage him as well. Nice. А представьте, он бы ТБ взял. Chill your mind, motherfuck. Yeah, boy. А, блядь, тычку не дал. Ура, блядь. Еще будет пи***. Ну ладно. Пусть сидят хилец. Сейчас вот вам придется ТП-шки, если или он хилку себе принес. Лучше, лучше, лучше у нас.
Чего умер я, охуй? А, ты не умер, ты живучий. Бля, тупо уровень апнули, слышь, блядь. Тапочек, тапочек, купи. Ясно, да. А дед вот сделай, что ли? Еще меня пропущу. Я уже не успеваю. Попробуй сюда отвезти. Пуша со скуджа нет. Пуша нисанул нахуй. Всех послал. Тайда нет, тайд лес фармит. Урсанов фармит. Ну и можно завардить там, как-то попробовать подловить. Пошел он нахуй, сейчас будет лес фармить. Пофармил. Ну ладно. Надо его еще по факту пойти в лесу поймать, чтобы он ливнул вообще нахуй. Я его крипов спиздил. Три крипа у хпшных были. Он хорош. Жа нет, тут поджа на карте не видно. Ебать, он Жа не занул. Я иду его тушить, гада. Да, он тут делся. Сейчас у меня замедуха будет. Ай. О. Ха, спаситель года. ТП сделал. Я видел. Линия будет в нашу сторону. Ура! О, бля. Второго уровня, лол. Ну ты там его подморозь и заберем его еще.
Там вард купишь, что ли? Поставь ему, да, стейду. Да сейчас. Кура занята, видишь? Нормально, их два варда съел. Ебать, дебил. Да не, не надо, не надо, не надо. Сука, одного крипа до шестого. Ёбан! Ебаный экс, блядь. Рот ебан. Да, вам, пацаны. Сука, ебана сал. Чумак. Он ваш. Я говорю, строг, зря, надо было бегать по треть. Брат, ты можешь Рошана забрать? Я не знаю, уже 2 минуты, я без денег бегаю.
Страйк на Рошу. Потанкуй на Рошане. Так, давай, давай, пойдем на Рошу. Бля, если он клапнет, я сдохну сразу. Двое. Двое, тогда не клапнет. Все, пускай уж сам. Шуть на его положи. Бля, вышки-то два надо себе пушить, бля, нихуя. Че, хакер, угоним. Чай, дай одного крипа. Мне на топ. Это шибко нахуй. Пиздец, блять, сука, надо ж так, блять, посраться. Дерись как мужик, я бегу к тебе. Хочется. Неадекват, что ли? Давай. Заебали! Блять, ну... Суки ебаные, блядь. Два чма, блядь, бездарных. Только свои, блядь, вот это. А, ты его убил, что ли? Окей, не выйдет. Окей, животное, ок. Ветер проебал. Хотя я смотрю на слабые свои. Нет, ты выиграл, чувак. Чебыжил, че, блять, как? Поймак байбак на салон. Сука.
А! Ебать! Тебя нашел. Твоя мама шлюха. Они где-то в лесу, они все в лесу. Ничего, смотри, осторожен. Тупо пятером лес долбит, блядь. Батя их выебал. У меня уль через 20. Игрался, пиздец. Да у них инвокер ливнул, вот. Кто там, тайт или пуш будут дефать, я не знаю, кого боится. Да, а, пуч! Я не там, пушил. Суки, да не тот барак бьёшь, его. Давай, который не хилится. Сибоник придет. А Боник под нами. Ебать! Здорово, блядь. Беги! Возможно.
ебучий клин. Минус ебасосин. Двойное сало, блин. Ты сам, Агрим, не хочешь ультануть фонтан, и я туда дам ульт. Слышь? Гримстрол, давай, иди ультуй, Гримстрол! Дух ебаный. Ха-ха, он сам живет, блядь. Почти. Ты уже одной ногой в могиле.
Здарова. Алло. Меня нормально слышно или плохо? Заебок. Ну, как раньше, да? Ну да, чё, ты наушники новые вторил? Нет, я просто в каплях сижу. В каплях сидишь? Каких нахуй бредишь, сучка? Как же я ненавижу, когда кто-то ливает, блять, просто какой-то долбоеб ливает, блять, и невозможно играть игру, блять. А у меня еще и мут. Я даже ссылку не могу на свой твич в конце игры, да. Я выебал инвокера в миде, короче, блять, он ливнул. Я даже ссылку на свой твич не могу дать в конце игры, блять. Короче. Ты что делаешь? Игру ищу. Не знаю, блядь. Так, секунду, блядь. Я так и не разобрался нахуй с этой парашей, блядь. Которая ну, чат на Твиче сообщение голосом произносит. Регистрация на аккаунт. ID пользователя. А я ебу нахуй. О, отлично, кабинет, блядь. Ну вот, я ввожу логин, пароль. Что за залупа, блядь? Чё, Илюха, как дела? Нормально. Мой, короче, телефон сломался, блядь. Полностью? Да. А, бля, он не заряжается. Я, короче, походу гнездо разъебал. Я его ножом ковырял, бля. Странно, что не заряжается. Чего? Странно, что не заряжается. Да, блядь, в пизду. Так, звуки. Так, нахуй. Оп. Так, общие. Так,
Угу. Привет. У меня, короче, в этой программе, блядь, я написал сообщение в чат, а он, короче, голосом какого-то алкаша произносится. Да, подожди, я зайду, то есть... Напиши... Ща, подожди. Вот, ща, подожди. Вот, напиши что-нибудь. В чат. В чат написать? Угу. Ай ты сука. Ты хача, блядь. Че надо, блядь. Можешь нормальный язык выбрать? Теса, какой нормальный язык? Вот здесь есть язык. Блядь. Ну-ка, зомби. А пап. Блять. Привет. О, вот это неплохо. Во, вот это норм тема, ебать. Все, наконец-то теперь я могу. Блядь. Против меня тачка. Герой 2. Какая тачка, блять? Тачка. А, я думал, тачка, блять. Я говорить нормально не могу, у меня насморк. А. Носик долбишься. Да. Что? Короче, этому Никите пишу. Здравствуйте, уважаемый топ-донатер моего канала. Сегодня на стриме действует акция. За донатером, но сыграй со стримером. Удачи и до свидания. На кунке играет. Ой, не на кунке, на этом, на бруде. Быстро, быстро, быстро. 20 часов назад. Брудопидр, что ли? 16 августа, быстро, на бруде. Ну, я кунку взял, сейчас посмотрим, чего он возьмет. Сейчас брудку возьмет, я арму. Не выебет тебя. Прикинь? Не. Ну, прикинь, ебать, прикинь, он трахнет тебя. Йоу, чел. Тесно, но это тоже изи. Так, Илья. Ты клип заказывать думаешь вообще нахуй? Нет. А ты в тот раз, вот нахуй ты кинул 20 рублей, а клип не заказал? Без разницы. Блять, ты можешь включить все что угодно, понимаешь? В следующий раз порно включу. А? В следующий раз тебе порно включу. Окс. Да, конечно, брать и в саплечь в кунки в мид, это умно. Ну и залупа, блядь. Короче, Никитос сказал, что он согласен с этой акцией. Он сказал, что он донатит 1000, и я играю с ним 1000 игр. Всю жизнь, блядь. Сука. Всю жизнь, блядь, 1000 игр, это пи***.
пиздец. Ну и залупа нахуй. Наши дела говно, блядь. Я, кстати, бля, как ты думаешь, включить накруточку? На 2 часа 50 зрителей, а? Как хочешь. На самом деле можно, можно, можно себе позволить. Хоть ты, блядь, нахуй. Залупа, блядь. На самом деле, ща, кое. Общий пул зрителей 0. Ясно. У челиков 0 зрителей осталось. Охуенноч. Так, как это посмотреть, блядь? Ёбаный урод. А, ну-ка, консоль. Бля, чё вообще не стопит, да? Так, ну вот, на 2 часа ёбнем. Потом, если чё, продлю, блядь. Бля, короче, сейчас будет рофл, если надо с Яндекс.Денег подтверждать кодом с телефона. Да плиз, нахуй этот код вообще. О, всё, найс. Найс! Опа, вернуться в магазин. Так, ну шо. Мужики, блядь. Так, в кабинет, нахуй. Так, смотрим, блядь. Так, опа, и зрители. Оп, до 50 крутанем, да-да-да, ты не ослышался. Опа, и поехали, все. Так. Так, опа, текстовый. Все, опа, блядь. Опа, полетала нахуй. Круточка, блядь. Так, все, ладно, эту, блядь, всю чепуху, сука. Так, закроем. Так, 720 человек. Здрасте. Ты вроде 50 хотел. А у меня, блядь, у меня купон постоянного клиента. Да, блядь, зарядка выключилась. Ёбаный в рот, нахуй. Слышали, а чё вообще думаешь? Так, ничего. В будущем вообще чем заниматься планируешь, нахуй? Я, кстати, вчера нашел сайт, который Друже Обломов рекламировал, блядь, а призыва точка нет. Там, короче, понял, 70 штук, короче, и тебя в армию не. Ну, и ты в армию не идешь. Они делают. Они тебе там третью степень инвалидности, блять, нахуй делают, все что угодно делают. Ты главное 70 штук, да, и ты не пойдешь в армию, нахуй. Так что я теперь коплю бабки. Ну все, Зевс, домой. Че, зрители пошли, блядь? Нет. Боуэн. Так, мешок, здорово. Здорово. Что, хочешь клипец заказать? Всегда, пожалуйста. Ссылочка где? Правильно, под каналом. Всегда рад клипец. Клипцу, так сказать, нахуй. Так что залетай, ни в чем себе не отказывают, тебе песенка, блядь. Моргенштерн, нахуй. Шартагирович, любите. Шартагирович, блядь. Деньги? Вот так. Делать, блядь, пальцем щелкать деньги. Some
родился бы мой папа, делал деньги, блять, вот так, большой. Слышно, тут Джейко, снова собирают Бенко. Суки меня любят под Фрэнко, не буду меня слезать, ты мой фрэнк. Залетаем в бит под папа, суки танцы, ты кам-кам, папа. Залетаем в бит под папа, ча-ча, суки в рот, это ча-ча. Парень, надо выговорить деталям, я тебе не угодил. Это не ты, чего ты ждал, сука, я тебе не шут. Одни ублюдки понимают, ты зеро второй сезон. Они пойдут к тебе нахуй. Может это дико для тебя, бро? Валите слов и пошел вон. Самый дикий был, я им остаюсь. Правила игры опять переверну. Ясно. Мешок ливнул с чата. Пиздарулся нахуй. Хотя не, maybe он свернулся, чтобы клип заказать. Вот так, Илья, блять, как можно на клипах бабки делать. 20 рублей, правда, но... Ты не дуркуй, блять. Не так приятно, когда... Кто хочет так же жить, как я и как мы. Ссылка в описании. На кэшбэре в описании. Ребятушки, всем привет! И смотрите, кто с нами. Фильмов. Как brothers.com. Сейчас Жека, короче, знаете, когда попробует, он так, знаете, как сделает так? Он прямо от удовольствия, знаешь, он так берет так, эту самогоночку, он берет так, понюхает, так раз ее. Он уже старый, и у него поведение уже как у моего Вани. Поведение... Но он пока еще этого стесняется, он еще не понял. Ты наш старичок-то, старичок. Хочешь, мы тебе спиннер купим? Ребятушки, не так приятно, когда твой Рэди-мобиль возвращается в Красноярск. Смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая красота, а. Дверь закрывай, Вова, а то такими темпами мы на аэродром не попадаем. На аэродром не попадаем? У меня паника, блядь, перед полетом, я пиздец. Летать боюсь больше, чем в жизни своей. Володя с иглой. Понимаете, слоны мышей боятся, а Володя летать. А мышей боишься? Нет. А летучих мышей? Ну что это? Ой, под ходовое. Oh.
me without that. Get hit in the cat with a motherfucking baseball bat. Doobie rap, 4, 5, 6. That's a head crack. That's a fact. That's a fact. Slumped up, slumped up. Try not to get fucked up. Slumped up, slumped up. Try not to get fucked up. Slumped up, back up. So you get your head bust. Slumped up, back up. So you get your head. Слава Украине! Героям слава! Что это? Здесь все будут? Можно узнать, почему три человека в медиа, а ни одного ТП нету? Вот от этого дауна нету ТП никогда. Просто две ТП носят с собой, ничего не делают. Ну ладно. В следующий раз выиграешь. О. Упаща, блядь, зрители попрут, ебать его в рот.
парашютом никогда не спрыгну. Смотрите, вот, я уже сцепился в Митю, он меня держит, я еще... Могу чуть-чуть. Что? Жене хочу, нам там... Играть еще хочу, там, там, я уже затянулся, завязался. Где твоя собака, по-моему? Куда учимся? Тихо, мы в Сочи летим в волос. Очень сильно играет. Я затаймил купол, можешь посчитать, когда новый будет. Давай, сбей же мне. Но я не подставлюсь под крипов, поэтому, да, он мне очень выгодно для себя все реализовал. Надо пропушить линию, чтобы руну забрать. Иначе это сделает мой оппонент. Он уже пошел на батруна. Бар. Тебя. Найс.
ЛК ушел куда-то, и не на руну причем. Да, он на бот побежал. Ладно, я плохо сыграл. Зевс, зачем? Его не убьем, у меня нормальный абсолют. Они все ушли аккуратно. Пойду сейчас другие товары ломать, на топе, наверное. Ну, я думал затаймлю, честно говоря, не знаю, почему не затаймлю. Бери обучающийся мейн. Так я написал, что мейн, алло. Парни, давайте ломать этот топ-тавр. Опай. Эти придурок. А, он реально, блядь, забей. Вообще дурак вообще. Он с куполом уже точно. Парни, возьмите руну, это важнее таура. Мы в говне! На игре сосредоточиться. Я очень плохо сыграл. Подошел, я знал, что у них есть купол, но... Это ладно, буду дока и плюс этого фармить, по всей видимости. Давай убьем на меди. Уже. Он мог себя засейвить термоспылом, если бы он головой подумал. Что-то не видел. Да. С купола воет, точно. Да, сейчас я думаю, нам ничего не светит. А нам на Рошан мне что-нибудь посветит, если я приду бот ломать, а ты уйдешь на Рошан, да? Смотри на свой билд, убьешь. Все убьешь. Короче, я приду ломать бот, мы сломаем Т1, потом лети на Рошана, я пойду ломать Т2, хорошо? Им очень невыгодно будет с тобой бегать. Голема дай по килю. Голема, блядь. Найс. Красиво, бро. Очень красиво. Тут в кулане, конечно, косяк. Парни, ну им пизда, если они будут драться с нами. Яма снова ровно. Они летят, как перед красным. Данил, как? Два удара. Ноль. Это круто. Завали ебло, нахуй. Да там не дошла очередь до меня, там, ну, ботов нет пока. Там же не один я, блядь, заказываю. Что нахуй себе накрутила ты, блядь? Чепуха, блядь.
Я понять не могу, Ля, ты думаешь, ты лучший в мире, блядь, или что? Нет, не сдохнет. Бегай, через его. Хорош. Сосал, так скажем, дружбу моего тиммейта. Я вернусь на бот, чтобы его все поиздать. Ну это вообще идеально. Прям вообще. Еще крип мешается. Нормально все. Нас мы Рошена забрали, момент. Что она делает? У-ху-ху. Ну она сдохнет, вероятно. Он без ульты. Она бэк. Хуйня идея. Пойду пока пофармлю лесочек. Стерки дай для подписчиков. Да КМС, пошел ты в задницу. Блин, понимаешь, мне вот реально 9 человек, поучаствовавших в конкурсе, и где-то 7 или 8. Не хочу играть, блядь. 7 или 8. Типа, они не могут закончить. Мне в личку до того, как что-то, ну, типа, что-то пошло не так. Где бабки? То есть, ну, ладно. Просто. Ладно бы мне написали после того, как я в сроки не отдал бы бабки. Но челы пишут, не, ну, не о сроках, а просто пишут за, там, сколько-то времени. То есть, ну, я понимаю, что волнуются все дела, но... Когда я говорю, в понедельник придут бабки, и мне чел в 15:00 в понедельник пишет, денег нет. Ну, блин, я же не сказал, что они придут утром. Плюс я сам не уверен в этом. Ну, вероятно, вечером. То есть, ну, нужно волноваться, когда деньги не пришли вообще в понедельник. Вот тогда что-то не так. Тогда, конечно, пишите мне в личку, я разберусь, это точно. Но мне пишут заранее, я отвечаю, ну, что, я где-то сказал. Или вот первые победители тоже, типа... Челы мне пишут, я написал сутки времени до того, как придут деньги. Прошло 12 часов, челы уже паникуют. В итоге им все пришло в срок и ничего, ну, плохого не было. Просто, блин, так это выглядит, что я как бы, ну, никого не обманываю, ничего не делаю. Просто у людей какая-то паника своевременная. Ой, не своевременная. Не хочу об этом говорить, честно, меня это очень раздражает. Я себя очень стараюсь, ну типа... Боже, ты овощ тупой. Никогда не играй на керри. И вообще ты мышкой попасть не можешь, я понял, да? Че, Илья-то, блядь? Он просто Рошена не может забрать. Как я понял, Зевс тебя выдолбил? Не Зевс. Почему здесь Зевс? У меня свой Сларк вообще не может кнопку нажать. Ну ты мид проебал? Нет, выиграл. Ну не может такого быть. Просто, блядь, овощное рагу. Ну, ты не мог выиграть мид, Ильян, хэ ты пиздишь? Мышка, смотри. Ну, типа, блядь, ну вот, у тебя 28 минута, 18 рун, да и Даллас армлет, блядь. А у Зевса Даггер, Линза и Ул.
Ну ты посмотри его счет мой. И моей команды. Вот так, просто на скид. У Зевса 13-7. Ну. У тебя 8-7. Не, ну ты по факту мид проебал. Ну ты отмазываешься, да? Нет. Ебать, там у спектры Тараска. Да она разваливается на самом деле. На Рошане, посмотри, как мы их почти выиграли. Если бы у меня старый забрал Эйнис. Они был дауном, который просто кнопка попасть не может. Скобочки. Я видел. Рекора меня загангали, представляете? Ладно, я даун в любом случае. Ну, серый, где деньги? Прошло 13 секунд. Вот я о том же, да, типа, где деньги, блядь? Блядь, у меня саппорты просто все фармят. Ладно, все, я просто не хочу об этом говорить. Неужели у нас... Потому что, ну, кому-то кажется это смешным, а мне это смешным не кажется, типа, ну... Челы мне пишут ебанутые вещи, и как мне реагировать? Я четко написал дату. Человек не понимает мои слова, из-за этого проблема. Ну, блин. Что я могу сделать, если он не понимает мои слова? Я же на русском говорю, на каком же языке? И в итоге приходится объяснять. Чувак, я имел в виду сутки, в скобочках 24 часа, а не день. Не знаю. В общем, есть у меня вопросы. В этом отношении к людям, но ладно. Я просто хочу, чтобы всем все пришло и мы закрыли эту тему, потому что... Говно разгребать это не моя основная деятельность, и это делать я вообще не хочу. Ладно, у меня все еще надо, сейчас я за Лэнс. Еще глиммер хороший айтем в этой игре, очень хороший. И дагер хорош. Что дагер лучше, чем что-либо, наверное. Так что, ребят, пожалуйста, поаккуратнее выражение. Типа, ну, вам может показаться это просто... Ой, напишу-ка я стримеру, что он меня на деньги, может быть, кинул. А для меня это довольно серьезное оскорбление. Илья, как тебе 45 минут поиска по ролям? Давай.
Что-то Бару не убил. А что, компендиум закончился, все? Нет. У меня пишет там, где компендиум, типа, срок действия боевого пропуска истек. Извините, пожалуйста. У тебя тоже? А, ну у меня тоже. Ну, найс еще кончился. А, найс еще. Ну, я нашел сейчас паралям. Вот, кстати, у тебя, наверное, ласкатка в жизни паралям, ну вся. И плюс я сегодня уставший. Не был бы я уставший. Да, все, всем компендиумы сняли. Так иногда в него время приходит хрень, и ты такой сидишь, типа, о, гадость. Или нет. Так, ладно. Вообще, догон обычно берут, а потом уже что-либо другое, а если мы уже не сдрожим. Да, если ч... Вообще кнопки снять. Давай. Отвлекаюсь я, конечно, от игры просто настолько жестко, что прям... У нас теперь тоже нет кнопок. А, понял. Баши работают в обе стороны. Ну тогда гг. Войду. Ну похер, погнали. Войда нету. Главное. А, так. Дай разгон на ВК, чтобы я увидел. Ну тут много людей. Два нюка в лицо. А у ЛК есть дагер, не видели? Да, я не вижу тоже. Окей. Так и страшно. Все, все, отойдем, давайте. Давайте. Кайф, сейчас бы с мутом обычный рейтинг играть. Слушай, почему у меня 36 минуты сларм? С линкой, с линкой и шибе. Все. Что это такое? Активная руна бот. Все. Пизда ролям. Нахуй. Нахуй, нахуй, блядь. Те роли, блядь. Че, не ищется, все по ролям. Я, блядь, искал 45 минут, сейчас у меня, блядь, появилось то, что все закончилось. Спасибо, блядь. По-любому, знаешь, ну, не я один искал. Ебать, что мне мид дали? Хуя. Прикинь, или мид дали? Опа, 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 опа. Накрутка пошла. Ну почему на меня дум? Почему на кунку дум можно давать? Я не понимаю. Что за собачий бред, блядь? Илья, Илья, на крутку пошла, блядь, пиздец. О, 8 человек сегодня. На крутку пошла, на крутку, блядь. Я, блядь, на крутку пошла, блядь, пиздец. Блядь. Да плевать мне тут. Опа. Так, чё-то присоединить, ебать, на этих ботов ники, конечно, блядь, в километр, ёпта. Так, размяли свои, блядь, детские анусы, нахуй. Ну всё, на самом деле, Илья, всё, типа, я сливаюсь, да... Да, одной тысячи рейтинга, все. Потому что все. Все, блядь. Ну, по факту все, блядь. По факту это ГГ, блядь. А еще по факту, что ты пидор, или? Или нет, или? Че? Ну, обоснуй, пидорас или нет, блядь? Какая разница? Опа, 19 человек на стриме. Здравствуйте, здравствуйте всем, ребят, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, о, 20, здравствуйте, здравствуйте все, ребят, здравствуйте, здравствуйте, конечно, здравствуйте. Бери кинза своего. Блин, почему нельзя дать ласпик, блядь?
А, то есть ты Bloodmail вообще не нажимаешь, да? Человек. Понимал, я, короче, уже умудрился проебать. То есть, казалось бы, как можно уже проебать? Но у меня чел, чтобы было спикнуть макаку, решил, знаешь, кого взять, или? Он, короче, решил посрать этим, блядь, макакой. Он мне не дал ласпик, зато посрал макакой. Ну ладно, и такое бывает. Так, первая игра не в ролевом. Сейчас копнет. Ну конечно, блядь. О, ладно, короче, парни, давайте играть сами. Не хотите заканчивать? Когда спектр еще ничего не было. Ну, давайте играть. Ну вот это вообще чудо какое-то. Три слота на 41-й иметь, это надо постараться. Бля, Илья, что ты можешь знать о скрытом пуле? За меня чел, блядь, с ником нахуй, Алоха Тиай, Next Тиай Винер. Угу. Блядь, ласпикнуть макаку. Ты душите, хуя. Против меня в мид взяли Тинкера, а я на боннике. Охуенно, почему? Блядь, это так... Просто Тинкер это сам еще не на есть контрпик боника. Понятно, что я жду. Это все, это, блять, это. Кто-то. Да, сейчас бы стоять, конечно. Ладно, походу первую игру фидить придется, типа специально пойти просто и все. Да, два мяса подряд. Можешь с ней размениваться? Конечно, опять на меня дом, ты чё, даун?
боже, ты чудовище вонючее. Что ты делаешь? Чудовище вонючее. Что ты делаешь? Там 4 героя стоит у меня тут. Просто никогда не играет. Ну, у меня там соло, фласка, блядь. У меня реюзают, блядь. Какие же суки, сука, блядь. Дерьмо, 3 слота на 44-й. А без маны ее убивать нужно. Все. Я не хотел по двум поп. Ладно. Мы все выбили за это. Просто я не знаю, блядь. Вплотную не попал первым скиллом своим дырявым. Почему за меня, блять, почему за меня макака на... Ой, ладно, блять. Ладно, варды не покупают, дети ж, блядь. Ладно, в пизду. Ты к себе на линию иди, хорошо? У нас тут все отлично. Помогал уже своим. Нахуй с моего мита, блядь, тварь.
Это цепь, штука бакс. Сейчас мне тут то сука, закрой дуло. Давай убей меня еще, блять, за свои ты хуйто, блять, за лупа нахуй. На груди, на запястье, на груди. Там мои цацки, это цепь, штука бакс. Блин, я сюда зажадничал. Прямо на пол. По золото на шею, но медас меня. Давай, 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 просто дай ему что-нибудь, я реген заберу. Сори. А, у меня жмут, нахуй я разговариваю, блять, пиздец. Общаюсь с кем-то, блять, у меня мут. Трезвый или пьяный, я всегда базарю правду. Это было мут? А! Мут, да. Так, конфетку на плюс мораль. Лес. Золотые купола душу мою бляскую радуют, и только синие они, и ни капли золота.
чихнул. Да, я понял, что со Свеном. Кусок дерьма. Точно, блядь. Бала завалил, блядь, почему ебаная фарм забирает всю игру, блядь. Тварь помойная на Свене, удачи в ОП. О, у меня чел шмотки разбил. Выблядками играть не собираюсь, блядь, как вы, уёбище ебаные. В первую очередь это Гримстрок ебаный, который у меня фарм. Мразь мусорная, блядь. Я твою мать ебал, уёбище. Плевать нахуй из игры, ублюдки ебаные. Да блять нахуй это ждать, блять. Боже, блять, ну в пизду. Чел шмотки разбил, нахуя. Порт ему кинем, забейте на него, это ж кусок твари. Лесный, блять. Играй, забей на него. Может быть, втроем-четвером воюем, но это тварь в ОП. Летит. Фука, блядь. Блять, что я сделал? Ёбаный в рот. Одни, блять, сплошные, сука. Где помойка, господи? Два куска дерьма, зато короб пикает. Творилось, не блять. Бала завалил ее, еще хорошо. Очень скоро на город обрушится ливень и снег. Гибели смерти не поняла, о чем это, но все это только что видел во сне.
Алзова личмо. Зачем ты, блядь, еще стримит, господи, блядь? Так надо это животное замутить, блядь. Забрал ласпик еще, ебал свет КВ. Блядь, бывают же, сука, идиоты. Рекорд дать даже больше, чем Свену. Люк, подожди меня, погнали в пати. Что это нахуй? Это ты? Сука, уебься. Иди нахуй. Что за звуки, да? Найс звуки, или? Хуй. Найс, хуй, смешно, бля, рафлянка, ха-ха. Я играю. Вообще не выкупаю, нахуя. Ты слышишь, сын шлюхи ебаный Гримстрок никогда свою легенду не опущу, ебище ебаное, блядь. Ты собака. Свежий сон.
ты мусор, нахуй. Братишка, земля пухом, нахуй. ОМГ, блядь. Ай. Как горит, блядь, вообще пиздец. Тинкера теперь не поймают. Челики забрали. Забрали, блядь, по сути, роль, нахуй. Нужно бонники стоять против Тинкера. Ой, ну да. Ой, все, блядь. Больше слотов можешь иметь? Охуете свои, блядь. Вы все здесь вступите в нашу секту. Танцпол наш санктум. Стенка на стенку. Это смертельная битва. Саб-Зиро versus сектор. Головой как булавой. Но один в поле не воин. У нас в музыке боевой. Влечение половое. Мегаполис халавы. На дне мангала. Жги напал, мама. Ты ночью нас примет Вальхала. Я на танцполе взорвусь.
Вот этих долбоебов смотрят еще. За 30 минут торчит еле на фарме. Я, короче, вынужден был шмотки разбить. Илья, мы должны в пати пойти, иначе это ГГ. Ладно, сыграем. Не, Илья, надо, блядь, я не знаю. Кучу, кучу надо. Чиполлино не дал лосы. Как ты умудряешься муты получать? А? Как ты умудряешься муты получать так часто? Да я хуй его знаю. Че, Лёх, подожди, я посмотрю видосы, блядь, я устал, нахуй. Играть, блядь. Я тогда иду, пойду, схожу одну. Давай. Привет, как тебе катка? Катка? Очень интересная катка, конечно. А, все. Когда лоспит. Ролевую брали, да? Понял. Ну, просто попросил все. Чел Last Peak, блядь, в итоге я должен стоять на бойнике против Тинкера. Monkey King, что да, очень хороший человек, кстати, блядь, спасибо, что напомнил. Просто, блядь, кижа, блядь. Как можно просто, блядь, взять макаку на Last Peak? Ладно, если бы ты взял какого-то, я не знаю, сильного героя на Last Peak, типа, блядь, ну брать... Лайк Тинкеру поставь, плиз. А, ты Тинкер? Не, хорошо отыграл, вопросов нет, но типа, ну, Тинкер изи ставить против Боника. Ну, сори, мне Last Peak не дают, я попросил, он решил нужным взять, ну, зачем-то Monkey King на Last Peak. Очень сильный. Да я сам онли Боника беру. Я хотел его сам взять. Я понял, подпишись, если не сложно, ну, это твое дело, конечно. Я ничего там не мог сделать. Ну что я могу сделать, когда у меня свой рапиру отдает, разбил шмотки, непонятно почему. Типа, и просто МК на Last Peak. Это сильно, конечно. У меня Fast Speed Knocker. Ну вот, все, типа, убрали ролевой рейтинг. Сейчас, типа... подожди, я вижу у него, вот просто не вижу до конца ник, вижу у него скрытый пул, ну, в принципе, логично. Просто ничего не сделать, я не знаю, типа. Смысла даже нет играть это было. На Сайлисе речалик минус 800 на ММР. МК просто узком мыслит, он увидел Войда и думаю о законе милишника. Спасибо за подписку, дружище. Минус 800 на ММР, ВП Русья. Сейчас дам тебе мудрку, как обещал. Да-да, он, блядь, я не знаю, типа... Он еще что на меня рот открывает, блядь, причем, типа, я даже на самом деле неплохо мид отстоял. Ну типа, ну там пульс жёсткий. Ты мне не обещал модерку. Не нужно. Я тебе не обещал, у меня типа название стрима Fall Off равно модер. Типа...
Поэтому вот так. Катка, конечно, супер охуенно. Ролевой рейтинг убрали, теперь тупо кайфовать буду. Да. Но он законтрил милишника, да, это видно, блядь. Тупо законтрил милишника. Почему бы нет? Monkey King вообще такой хороший герой в последнее время. Имба. Ну, блядь, Google 3 ломал, когда я 8 был. Ну, типа, они там, возможно, что-то линию выиграли, но все равно. Типа, понимаешь, если даже дать Monkey King там 10 тысяч в начале игры, он потом снова и тебе проебет, блядь. Что-то не герой. Раньше он был жесткий, блядь, да. Сейчас, ну, это, блядь, кусок говна. Только-только, если ты, типа, засноуболишься, там, и то с мида, типа, ты можешь просто пойти вынести. И то очень сложно. Да там пассивку порезали, дамага на 50% меньше стало. Угу. Ну нет, он считает, что это суперсильный герой, ну, типа, он искренне так думает, Чиполлино. Ну, просто чел сидит на одном рейтинге, вообще не апает, типа, рейтинг, вообще. Типа, в последнее время только в пати играю, но при том, вот, я, типа, за сколько? За 11 дней апнул рейтинг, типа, да. Но все равно это причит того, что я почти он ли в пати играю в последнее время. Короче, забей. У меня еще к тому же мут, так что... В два раза сложнее играть. Я даже ничего сказать не могу челам своей команды. Типа, я хуй его знает. Они пиздят, типа, ебать, Боник, ты рак, мид проебал. Типа, а я ему даже не могу сказать, типа, животное, нахуй ты, ну, ласпик не дал. Ладно, если бы он какого-то жесткого героя взял, так он макаку высрал. Ну, просто взял и высрал макаку. Худшего героя в мире, блядь. Такого же, как Кунка, блядь, какой-нибудь, я не знаю, блядь. Еще какая-нибудь хуйня. Да я тоже вышел с мута, мне дали один игру и 48 часов. Да, блядь. Вчера играл игру в пати втроем, и за нас еще два чела было. Так они с того не сего начали какую-то хуйню на меня нести. Ну, я им высказал, что я о них думаю, блядь, собаки ебаные. Мне мут дали. Ну, типа, без разницы. Надеюсь, ролевой платный сделают, блядь. Сразу куплю. Очень тупые люди играют. Я с 1900 до 400 копеек за одну вонючую флэнс поменять. Я думаю, ролевой в Dota Plus добавят. Значит, здесь вообще никак нельзя будет выиграть. Ну да, мне тоже кажется, что в Dota Plus добавят, тогда его можно, типа, купить. Я этот аккаунт, я его купил на FunPay, я сейчас скажу, там было почти 3000 рейтинга. Типа, я его купил, когда, Илья, вроде, блядь, в конце лета, да? Раньше. Чуть раньше, чем в конце лета, вот, блядь. И смотри, там типа было написано Легенда 4, да? Апнута. Типа, ну, Легенда 4. А на самом деле там было, блядь, ну, еле-еле 3000. Вот так. Там чел слил рейтинг жестко, который этот аккаунт продавал. Да, я вижу. Жестко. Ты Тинкер жесткий герой, блядь. Я бы просто это в кайф против кого-то Боника в миде стоять на клинк. Ой, на этом, на Тинкере. Ты просто стоишь, отдыхаешь. Просто даже ракетки не качаешь. Просто типа максимально билд на фарм делаешь. Через маршей в 3, лазер в 2, ульту на 6. И, типа... Боник ничего сделать не может, потому что второй лазер ему полуебла сносит. И типа и ты фармишь жестко. До ракеты смысла качать нету, один доджить Боник. Да, да. Это один кайф, ты типа, вроде типа...
Ну вот типа в обычных играх, если ты не против Боника на Тинкере, типа ты либо унижаешь линию, типа лазером, ракетками, ну типа либо ты терпишь, и тебе приходится качать, типа ну типа делать скилл билд на фарм, типа в лес уходишь. А здесь ты и линию унижаешь, и фармишь линию, лес, что хочешь. Там еще этот чел на гримстроке типа что-то делал, но я не знаю. Чел на Свене просто так вещи разбил. И Свена тоже брать, блять, я не знаю. Да грим помойка на самом деле. Ну именно как герой, наверное, нет. А как челик, возможно. На нем очень сложно отыгрывать хорошо. Возможно, сложно. Я не знаю, я на нем вообще ни разу не играл. Я терпеть не могу новых героев, бля. Противно. Просто взяли и забрали ролевой рейтинг. Ну как это можно так сделать? Вот именно, не отключили, а забрали. Просто изъяли его. Добавьте его хотя бы в Dota Plus, что у вас в Dota Plus уже нахуй никому не нужен. Сделайте его дороже, но добавьте ролевой, блядь. То, блядь, пока я играл ролевой, постоянно были победы, блядь. Типа, почти все лузы, типа, это не в ролевом, а в пате. В обычном рейтинге. Ну, какого хуя? Сейчас будет агрессивный слишком. Вероятно. Вообще я могу купить Bloodhorn. Сколько он дает урона? Я с 1900 до 2800 на вайпере поднимал, потом на бонике до 3300 до 3800 на Dark Willow и дальше штормы боники, тинкеры, алхимики и т.д. Не знаю. Я на разных героях играл, вот, типа, пока поднимал. Типа, в основном на инвокере, блять, и клинкзе. Ну, клинкс мне в последнее время так надоел, фу, блять, аж противно в нем играть. Ну, типа, я не помню, там брутка в бане была или нет, я хотел еще инвокера взять. Ну, типа, блять, чел сказал, блять, пикай своего боника. Ну, типа, и вправду. За контр всех макакой. Охуенный же герой, наверное. Инвокерам сложно, потому что пуджи пикеры идут к тебе в мид и стоят 5 минут на твоей экспе и хуком кидают 2 раза. Сейчас приду. Не знаю. Пуджи-пикеры это типа за тебя или против тебя? Вообще, пудж за меня он никогда не попадает, а против меня там из-за какие-то, блядь, гении ебаные. За тебя. За меня? Я не знаю. За меня, в принципе, не было хороших пуджей. Ну, только когда я в пати играю, вот с другом, нахуй на пуджи играют. А, типа, блядь, так я не разумею. ХЗ за меня постоянно пуджи. Кинул снайп или что-нибудь. Почему ты слышишь фармишь крипов? Вот тут плюс. За меня тоже постоянно пуджи дал. Да нет, я инвокер. Это просто пиздец. Не знаю, похавать хочу.
Сколько тебе примерно еще осталось, Илья? Четвертая минута. Четвертая минута. Ну, как раз похоже. Вчера в ролевом один саппорт пудж, два саппорт течес. Чел пишет, я вчера в ролевом первый саппорт пудж, второй саппорт течес. Как тебе, Илья? Жестко. Типично. Ну все, теперь за тебя вообще саппортов не будет. Так-то хоть были. Ладно, чел, давай тогда. Пойду похаваю. Не надо. И попозже приду.